Друзья мои, всем доброго дня! Сегодня у меня будет небольшая распаковочка, но очень важная абсолютно для каждой девочки, девушки, женщины, потому что буду говорить я сегодня о декоративной косметике. То, что делает нас еще красивее, это тот продукт, который подчеркивает нашу естественную красоту, и хотим мы этого или не хотим, но в любом случае мы декоративные продукты для себя приобретаем. И вы знаете, мне очень хочется всегда делиться тем, что мне самой нравится, то, что я сама полюбила, оценила. Итак, я приобрела себе карандаш для век. Причем, вы знаете, если бы не было, наверное, акции, то я бы, может быть, отсрочила эту покупку, потому что, в принципе, у меня есть германский карандаш. Но когда я увидела данную акцию, я решила как раз-таки приобрести и попробовать. И, друзья, я так рада, что я это сделала. Почему? Потому что именно этот продукт, сейчас он у меня основной, и я уже не пользуюсь другим карандашом, а пользуюсь компанией Siberian Wellness, потому что он... натуральный, он на воске, да, это воск пчелиный, это воск канделийский, поэтому держится потрясающе. Но в первую очередь, как я вам уже начала говорить, вот мне нравится все начало даже вот самой упаковки. Она очень аккуратная, очень стильная, картон такой плотный, то есть она не смотрится, вот эта упаковка дешевой. И я ее вчера, между прочим, долго открывала, потому что все очень хорошо запаяно и закрыто, то есть просто так, знаете, открыть и достать не так все просто. Поэтому давайте перейдем к самому карандашу. Во-первых, мне очень нравятся коричневые оттенки. Почему? Потому что они делают взгляд распахнутым, они делают взгляд легким, элегантным, таким, знаете, бархатистым, даже, может быть, немножко как замшевым, потому что это коричневый оттенок. Вот черные оттенки, они делают взгляд ярким, они делают взгляд таким, знаете, немножко даже, может быть, строгим, да? Поэтому, смотрите, данный карандаш в таком пластмассовом корпусе, не в деревянном, как я думала. И его точить не нужно. Выкручиваете, и все. Именно ту длину регулируете под себя, которая нужна, и наносите на глазки. Да? Если это подводочка, да, то подводите аккуратненько. Причем, смотрите, толщину можно тоже регулировать. То есть, если вы наносите ребром, да, то линия будет немножко потоньше. Если вы будете прокрашивать эржнем, да, держа ровно, то она может быть потолще. И, друзья, что характерно, когда вы наносите данный карандаш, вот здесь и сейчас, только как сразу нанесли, вы можете немножко пальчиком его взять и растушевать. Ну, либо кисточкой. Я люблю это делать пальцем, да, пальчиком растушевали, то есть сделали линию не четкую, да, а растушеванную, немножко как будто бы, знаете, припудрили тенями вашу подводку. Но если вы этого сразу не сделали, то карандаш лег, он высох, впитался в кожу, и вы его потом сдвинуть с места не можете. А что нам с вами, девочки, нужно? Конечно же, чтобы карандаш держался безупречно, чтобы не отпечатывался ни на верхнем веке, ни на нижнем веке. Очень часто у женщин кожа века жирная. И многие, когда встречаешься с женщинами, то видишь такие глаза панды, которые вот отпечатались благодаря не очень хорошему качественному карандашу либо туши, да, отпечатались под глазами, над глазами, такие радуги, не очень красивые. На самом деле, вот с этим карандашом у вас таких проблем 100% не будет. Почему я прям заявляю, что 100%? Да потому что я это уже проверяю на себе в течение 3 дней. В течение 3 дней. И могу вам нарисовать еще на руке и показать вообще. Вот сейчас сразу стирать не буду, да, растирать не буду. Поверьте на слово, хотите растереть, берете на глазик, растушевали, и все прекрасно. Я сегодня так делала на йогу, когда поехала, да, подводочку сделала, растушевала. Вот как будто бы такие, знаете, тенюшки сверху нанесла. Вот, смотрите, я беру и тру. Ребята, ничего не происходит. Я прям силой это делаю. Карандаш остается на прежнем месте. Причем обратите внимание, у карандаша легкий такой перламутр есть. Есть легкий перламутр. Есть такая, знаете, блескучка немножко, но ее на глазу практически, да не то, что не практически, ее не видно. Вот, дальше, друзья мои, то есть я думаю, что по поводу карандаша все понятно, он просто великолепный, он просто реально замечательный. И девочки, девочки, для нас, я говорю, важна чистота, красота и элегантность, роскошность. Вот этот карандаш, он это и дает. Поэтому обязательно, обязательно приобретите, попробуйте и потом напишите мне в комментарии. Если негде вам его будет приобрести, то пишите, конечно же, мне. Я вам брошу регистрационную ссылочку, и вы по ней пройдете и будете самостоятельно покупать. Ну, либо дам свой номер, по которому вы пойдете в магазин и тоже сделаете. Делайте покупку, а я вам еще бонус подарю. Вот, то есть по карандашу понятно. Дальше, для того, чтобы завершить наш взгляд, да, сделать его таким все-таки красивым, распахнутым, мы наносим тушь.
ту же компанию Cibrian Wellness, тоже Enigma. У нее очень удобная кисточка. Вы знаете, мне полюбилась эта тушь. Я ее уже использую третью, по-моему. Вот, у нее, видите, конусообразная такая кисточка, очень легко подлезть и как во внутренний уголок, так и во внешний уголок, да, прям очень хорошо прорисовываем реснички. Тушь не осыпается, не растекается, прошла баню, прошла сауну, все прекрасно, не течет. Пока вы ее не тронете пальчиками, ручками, да, пока вы не начнете к ней прикасаться, она будет держаться великолепно. Что мне нравится в туше, так это то, что у нее, знаете, во-первых, такой плотный окрас вот туши, мне нравится, что эффект накладных ресниц, пушистых ресниц, то есть глаза видно, все, вот нанесла тушь, и ты красавица, потому что глаза зеркало души, их нужно обязательно подчеркивать, им нужно добавлять краски, помимо того, что внутреннее состояние делает наши глаза игривые, красивые, ну а декоративная косметика подчеркивает нашу игривость, правда же? Вот, поэтому обязательно всем рекомендую, кстати, тушь стоит 1330 рублей, хватает мне ее на 4 месяца. Вот. Больше, в принципе, туши нельзя пользоваться ей, потому что там заводится, как ни крути, бактерии. Мы выкручиваем, соприкасается с воздухом, поэтому это процесс абсолютно нормальный. Хватает на 4 месяца, 3-4 месяца, прям замечательно. Я говорю, если хотите безупречного взгляда, чтобы нигде ничего не было, то пользуйтесь данными продуктами. Обязательно. Вот такая сладкая парочка. Это коричневый карандаш для век и ультратушь компании Cibrian Wellness Enigma черная. Есть в двух цветах, в черном и в коричневом. Поэтому рекомендую вам.